Сенгеров Иван Георгиевич, руководитель следственного отдела по Центральному округу города Краснодара, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю, полковник юстиции. Пожалуйста. Фактически формируется новый пласт законодательства. Это не дополнение к закону уже действующему, это не какие-то поправки, корректировки, это формирование нового юридического института, по сути, которого раньше не существовало. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а чем обусловлено формирование такого института? Что произошло в системе общества государства Российской Федерации, что привело к необходимости именно порождения нового института юридического? Да, существуют какие-либо конфликты внутрисемейные, бытовые, между родителями, детьми и так далее, но они не имеют никакого такого тотально массового характера. Но если бы они имели такое, скажем так, выражение, то, наверное, уже нужно было говорить о том, что мы уже утратили семьи как таковые, а мы их, насколько я знаю, еще пока не утратили. Тем не менее, имеется такая тенденция, которая явно прослеживается как, ну, скажем так, сторонняя рука в выкладке определенных роликов, определенных сюжетов и их последующем ведении для того, чтобы придать, вот искусственно придать такое вот мнение. Обратил бы внимание на то, что у нас как таковое насилие, оно полностью осуждается законом и уголовно-правовым, административно-правовым, гражданско-правовым. То есть у нас сфера карательная, превентивная, государственного законодательства, она фактически охватывает все направления эти. И добавлять здесь, ну, как бы бессмысленно что-либо, выделяя в отдельную какую-то именно отдельный институт. И более того, оно по сути выводится из-под юрисдикции суда, где предусматривается состязательность сторон и презумпция невиновности, которая, кстати, предусмотрена Конституцией РФ, это 49-я статья Конституции. То есть, более того, даже передаются функции общественным объединениям и организациям. То есть некие лица объединения создают и начинают вмешиваться в деятельность семьи. Это уже начинает нарушаться, ну, я так кратко скажу, около 5 или 6 прямых нарушений норм Конституции Российской Федерации. Если хотите, могу их перечислить. И теперь мы смотрим, а там есть также в этом законопроекте, статьи, пункта 3 и 4 статьи 11, значит, утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию. Это уже целая индустрия. Обратите внимание. То есть есть уже некий перечень социальных услуг, и теперь как поставщиками услуг будут являться как раз эти организации, которые при наличии заявления одной из сторон, либо без наличия этой стороны, если там интересы, допустим, какого-либо несовершеннолетнего затрагиваются, там уже не требуется даже заявление какой-либо стороны, они будут поставлять этот перечень услуг. Помимо вмешательства в семью, помимо вмешательства в личную жизнь, еще и есть экономическая составляющая. Она явно прописана этим законопроектом. И, опять же, напоминаю всем, что, значит, статья 15 Конституции устанавливает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции, а этот законопроект, он заведомо противоречит, ну, тотально, я бы сказал так. Считаю, что не только нецелесообразно, но и деструктивно с точки зрения соблюдения прав и законов граждан России, а также противозаконно относительно тотального попирания норм основного закона принимать данный законопроект. Ну вот, соответственно, сами понимаете, насколько деструктивным данный законопроект. Спасибо. Емченко Константин Сергеевич, заместитель начальника управления организации деятельности уполномоченных участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам несовершеннолетних, Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Полковник полиции, пожалуйста. Полностью согласен с предыдущими выступающими, что касается органов внутренних дел. Но мы изучили очень внимательно этот законопроект и приходим к выводу, что дополнительного эффекта в профилактике семейно-бытового насилия в части полномочий органов внутренних дел он не даст. Каких-то инноваций мы не увидели. Вот если посмотреть статью 6, это полномочия органов внутренних дел, то те полномочия, которые нам хотят вменить этим законом, они уже все действуют и все они исполняются. Профилактический учет. Всегда полиция занималась постановкой на профилактический учет. Категория лица, допускающая правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, она всегда была.
И у нас есть конкретные основания для постановки таких лиц на учет. Профилактическая беседа. Профилактическая беседа проводится в рамках постановки и осуществления профилактического учета. Рассмотрение жалоб и заявлений в обязательном порядке. Это все проводится. Вот очень интересное защитное предписание. Но ведь законом 182 об основах системы профилактики уже предусмотрено официальное предостережение. Это абсолютный дубляж. Закон, по нашему видению, он больше направлен на устранение уже последствий семейно-бытового насилия, а не на искоренение причин и условий, способствующих семейно-бытовому насилию, таких как пьянство, алкоголизм, наркомания, социально-экономическое неблагополучие. Если проанализировать этот год, 11 месяцев, то можно увидеть, что 70% этих преступлений совершаются в алкогольном опьянении. 80% совершены лицами, безработными, либо не имеющими постоянного источника дохода. Вот корень зла. Мы обладаем всеми ресурсами в настоящее время, которые способны влиять на профилактику насилия в семье. И хотелось бы отметить, что за последние 8 лет, с 2011 года, у нас уровень преступлений тяжких, это убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, о том, что повлекших смерть, снизилось в 2 раза. Об этом нельзя не говорить. И в настоящее время мы имеем также снижение бытовых преступлений. Спасибо большое, Константин Сергеевич. Ну, то есть подтверждаются все-таки тезисы о том, что ныне действующих норм для того, чтобы навести здесь порядок, достаточно. А вот о профилактике, собственно, название которое так вот претензиозно звучит, о профилактике как раз и о превенции нужно думать. Бескаравайна Елена Михайловна, директор Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам. В октябре 2011 года Краснодарской краевой администрации был создан Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам. Это государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края. Надо отметить, что учреждение действует в рамках федерального закона о социальном обслуживании номер 442. Мы принимаем граждан Российской Федерации. Если посмотреть на географию, она достаточно широка. Конечно, подавляющее большинство – это жители Краснодарского края, города Краснодара. Учреждение призвано способствовать социальному обслуживанию с целью оказания помощи и преодоления обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности женщин, в том числе с детьми, подвергшихся физическому или психическому насилию в семье, а также женщин с детьми, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных ситуациях. В штатном расписании учреждения есть такие специалисты, как психологи, психотерапевты, юрисконсульты, логопеды, инструкторы по труду и другие специалисты. Если женщина нуждается в убежище и защите от семейного насилия, то в Краснодарском краевом кризисном центре помощи женщинам ей будет предоставлена возможность временного круглосуточного пребывания, в том числе с детьми. На период пребывания в стационарном отделении получатели социальных услуг обеспечиваются проживанием, питанием и имеют возможность прохождения курса социальной реабилитации в соответствии с индивидуальной программой. В тех случаях, когда проблемная ситуация не связана с риском для жизни и здоровья и не сопровождается уходом из дома, женщина получает комплекс социальных услуг в условиях полустационарной формы обслуживания. Если учредитель решит, мы готовы включаться в эту работу, у нас есть ресурс, в том числе специалисты-психологи готовы в этом работать. Есть программа. Уважаемые друзья, давайте поблагодарим Елену Михайловну за ту работу, которую она сегодня проводит в рамках ныне действующего законодательства. Татьяна Федоровна Ковалева, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае. Обсуждаемый законопроект был очень внимательно изучен уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае. Как вы понимаете, конечно же, с точки зрения той практики,
практике каждодневной, в которой уполномоченные принимают участие. И мы без сомнения понимаем, что семья – это очень хрупкое, очень сложное явление, и соприкосновение с ней извне, даже с благими намерениями, всегда требует очень серьезной подготовки, глубокого изучения ситуации и, конечно же, высочайшей ответственности. Как правило, в адрес уполномоченного ежедневно обращаются десятки людей разного возраста, и это в основном проблемы различного характера, семейные споры, которые возникают на самых разных, из-за самых разных проблемных точек. Это несогласие с методами воспитания друг друга, материальное затруднение, ну, самые-самые разнообразные проблемы. И вот когда мы начинаем в этих проблемах разбираться, мы понимаем, что никогда нельзя делать вывод сразу. Важно послушать обе стороны. И вот когда слушаешь обе стороны, понимаешь, что об одном и том же это две разные истории. А вот когда читаешь закон, то понимаешь, что он дает однозначное толкование семейно-бытовому насилию и ситуациям, которые происходят, где один это всегда идеально хороший, а второй это всегда агрессор и злая личность. И чтобы понять это и понять, где же все-таки истина, нужно время, нужно глубокое изучение документов, привлечение различных структур. А что предполагает данный закон? Незамедлительно, сиюминутно работник полиции должен на месте по заявлению жертвы, а иногда и третьих лиц, непонятно кто это, он должен тут же моментально вынести решение и сразу же семью разделить на два противоборствующих лагеря. И вот здесь вот, я думаю, нам надо очень четко понимать, а сегодня есть ли подготовка у тех специалистов, которым закон вменяет право принимать вот такие сиюминутные решения? Я думаю, что это совершенная профанация. И второй вопрос, который хотелось бы задать. А те люди, которые будут оценивать незамедлительно ситуацию, они сами настолько ли хорошие семьянины и подают тот прекрасный, идеальный пример, который может быть положен в основу принятия того или иного решения? Поэтому я думаю, что не просто данный закон не нуждается в доработке, он вообще не имеет права быть принятым, потому что он не продуман, он предлагает размытые нормы. Когда обращаются по поводу ситуации в той или иной семье третьи лица, эти ситуации не подтверждаются, и мы видим, что ситуация, даже если и была сложная, она уже давно нормализовалась. Поэтому я считаю, что работать надо над тем, чтобы с самого маленького возраста готовить будущего семьянина и вкладывать в его голову, что семья – это главная его ценность в жизни, которая позволит и обществу быть стабильным, и получить нормальное, адекватное, полноценное развитие подрастающей личности. Шаву Асфар Аскерович, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Адыгея Красноярского края, доктор философских наук. Чтобы снять двусмысленность, я сразу заявлю, что мусульманская общественность говорит свое категорическое «нет» данному законопроекту. И у нас сегодня сложная проблема, ведь наши оппоненты выстраивают свой правовой дискурс достаточно логично. В рамках того правового поля и пространства, в котором они действуют ведь в рамках европейской правовой субъектности. А мы пытаемся им ответить с позиции морали и ценностей. Нам надо направить свои усилия на то, чтобы попытаться сформулировать свои политические модели, свои правовые системы, свою экономическую модель хозяйствования, которая будет базироваться на наших цивилизационных основаниях. Если в них, в фундаменте их будут христианские морали и ценности, значит, это должна быть христианская экономика, христианская политика, христианское право, каноническое христианское право. И не надо здесь в этом смысле стесняться, а пытаться воспитать молодежь, которая будет мыслить уже в мыслительных рамках уже христианского мировоззрения в полном смысле и полном объеме. И мы постоянно с вами, ну как бы, сталкиваемся с этими вызовами цивилизационными и не находим в себе силу, интеллектуальное мужество и зрелость, но в полном объеме осмыслить себя, наконец, в этом мире, признать свою собственную идентичность цивилизационную и ответить интеллектуальным, таким системными аргументами. Нам не хватает немножечко какого-то вот еще усилия определенного, возможно, последнего, духовного, внутри себя признать себя, кем мы являемся, просто ответить на вопрос «Кто мы?». Панченко Раиса Андреевна, начальник отдела обеспечения деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерства труда и социального развития
Краснодарского края. Позвольте, пожалуйста, представить мнение вам 56 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они существуют в каждом муниципальном образовании нашего края. Мы полагаем, что на сегодняшний день в действующем законодательстве абсолютно урегулированы все вопросы, связанные, в частности, с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Комиссия – орган коллегиальный. В состав входят представители разных структур, в том числе органов внутренних дел. Мы в тесном взаимодействии работаем с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. И при получении информации именно с правовой точки зрения оцениваем, имеются ли нарушения в семье. Приоритет для нас был, есть и остается. Сохранение кровной семьи. Ежегодно выявляется порядка 1000 семей, которые находятся в социально опасном положении. Конечно, мы должны с вами констатировать, что есть трудности в семье, нарушены взаимоотношения, имеются конфликты. Но целая армия специалистов, а их порядка 50 тысяч в нашем регионе, которые работают с семьей, нацелены на то, чтобы сохранить институт семьи. И мы полагаем, что на сегодняшний день и в действующем законодательстве федеральный закон 120 об основах профилактики безнадзорности правонарушений совершеннолетней полностью нам дает именно в правовом поле механизмы и ресурсы для того, чтобы урегулировать и в первую очередь профилактировать конфликты в семье. Цветков Андрей Васильевич, заместитель министра образования, науки, молодежной политики Краснодарского края. Прежде всего хочу коротко выразить позицию Министерства образования, науки и молодежной политики к проекту закона. Мы тоже внимательно изучили его и, не повторяя то, что сказали мои коллеги, считаем его избыточным, излишним и крайне вредным. Что беспокоит? Беспокоит, что мы в очередной раз сталкиваемся с технологией манипуляции массового сознания, получившей название «окна Овертона». Когда вещи в приличном обществе, о которых говорить не принято, начинают, первое, обсуждаться, второе, следующим этапом допускается, что какая-то часть общества может таким образом себя вести, а затем это становится общепризнанной нормой. Примеров использования этой технологии в нашей современной истории России достаточно много. И последствия использования этой технологии мы видим. Поэтому и здесь считаю необходимым заявлять категорическое «нет» к возможным даже обсуждениям в данной тематике проектов подобных законодательных инициатив. Хочу также выразить и, безусловно, личное мнение по отношению к закону. Читая этот закон, мы тоже должны вспомнить свою историю, историю своей семьи и перенести, а разве нам наши родители не запрещали, разве не укоряли нас, разве не наказывали нас, наставляя на путь истинный для того, чтобы мы стали честными, добропорядочными людьми. Долгов Лев Александрович, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Союз отцов». Экспертами Федерального совета отцов и Общественного совета при уполномоченном президенте Российской Федерации по правам ребенка был оценен этот, в смысле оценен, осмотрен, просмотрен, ну, оценили этот закон, и однозначно мнение отцовского движения, что он на сегодняшний день в этой формулировке и с этими пониманиями, с этими словами, будем так говорить, да, он неприемлем в данном случае для нашего общества. Так как все формулировки не такие слишком либеральные, и в них можно вместить что угодно. То есть можно под этой формулировкой подразумевать, что хотите и как хотите. Вот. Соответственно, там нет ни супруга и супружества, нет понимания рождения и воспитания детей, культуры, традиции и так далее. То есть все просто как-то так размыто и не соответствует нашим традициям, нашим российским традициям. Что такое психологическое насилие? Давайте смоделируем такую модель. Вот как часто бывает, да, жена дома там пытается что-то доказать, решать, есть непонимание, есть какие-то несоглашения по каким-то вопросам. Мужчина чаще как, он сидит и отмалчивается, молчит и ничего не говорит, да, ну нормально, чтобы не создавать конфликтную ситуацию. А жена берет, пишет заявление на психологическое насилие, муж молчит, у меня психологическое насилие.
Ну, то есть абсурдная ситуация, на самом деле, да? Вот, я жил за границей, я знаю, как работают подобные законы, соответственно, когда вот в таких же ситуациях, когда родитель что-то запрещает, говорит или воспитывает, именно воспитывает, а ребенок тут же звонит в полицию, она приезжает, начинает составлять протоколы и начинает выносить мозг, извините меня, за то, что родитель почему-то не сделал так, как захотел ребенок. Вот, то есть это вообще переворот всех наших традиционных, наших российских пониманий и наших направленностей, которые мы должны нести своим детям. Я считаю, что вот этот закон, это родной брат так называемой ювенальной юстиции, который направлен на добивание нашего института семьи и, соответственно, нарушение семейных традиций, традиционных семей, именно российских. Поэтому мы против этого закона в этой формулировке, в этих вариантах, которые они есть. Мышак Сергей Валентинович, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. Законопроект, который мы обсуждаем, вызвал широкую дискуссию в обществе. Подключился в ЦИОМ наш, Центр изучения общественного мнения. 70% россиян уверены, что такой закон должен быть, но назовите мне любого человека, к которому подойдешь и спросишь, насилие это плохо или хорошо, он скажет, конечно, плохо. И надо ли бороться с ним? Он тоже скажет, конечно, надо. В 144 государствах, так или иначе, в разных формах этот закон существует. Однако, мы помним, что в 2016 году была первая попытка проведения такого закона. Он назывался «О профилактике семейно-бытового насилия». Проект был более значительно объемней, местами даже более проработан. Однако целый ряд положений вот еще того законопроекта предполагал избыточное вторжение в семейно-бытовые отношения как со стороны государства, так и со стороны уполномоченных им некоммерческих организаций. При этом поводы и основания для такого публичного вмешательства в семейные отношения граждан проектом четко не были определены. Но с позиции его концептуальных задумок практически любые, даже добросовестные действия родителей, направленные на воспитание детей, могли быть объявлены вне закона. То есть сейчас попытка номер два происходит. Что мы видим в этом законе? Уже говорили, в нем отсутствуют элементы ювенальной юстиции непосредственно, но он вновь исходит из той же методологической базы. Лично у меня выработалось за это время два блока замечаний. Это идейный, скажем так, блок и процедурный блок. С точки зрения идеи этого закона, законопроект предполагает глубокое вторжение государства или негосударственных структур в семейные отношения граждан, что само по себе избыточно и плохо. С точки зрения процедуры, закон скорее направлен на лечение последствий, нежели профилактику насилия как такового. Если говорить о частностях, понятийного аппарата практически нет. Где та грань, о которой говорит закон? Как измерить это насилие, особенно моральное насилие? Ну, физическое понятно, а моральное насилие? Второе, кто это будет измерять? Каким образом это будет происходить? Совершенно сыро, совершенно непонятно. Большой вопрос вызывает 16-я статья, которая предусматривает участие НКО в устранении причин и условий совершения семейно-бытового насилия. Вопросы индивидуальной профилактической работы. Законом не учитывается, об этом говорилось, культурные традиции, национальные особенности организаций семейно-брачных отношений всех народов России. Совершенно закон не учитывает ментальности российского государства, его многоукладности, многонациональности и так далее. Если мы улучшим и сделаем более качественной работу правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, того же некоммерческого сектора в данном направлении, то многие те постулаты, которые заявляют составители этого закона, они просто-напросто не потерпят крах, потому что отдельные элементы нельзя брать как аргумент недоработок государства в этом направлении. Вот так, наверное. Я разделяю позицию уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, которая считает, что сам проект закона, собственно, может быть и ответ на запрос общества, но нам не надо перейти грань, когда государство вмешивается в семью, и с другой стороны дать возможность реагировать в самом начале на это явление. Со своей стороны хочу отметить, что, конечно, безусловно, этот закон не может быть принят,
И если законодатель нам предложит проект более взвешенный, более отвечающий тем запросам, о которых говорит общество, о которых говорили сегодня мы, наши парламентарии, то, безусловно, ну что ж, будем обсуждать. Спасибо.